Тёша! Взяли его? Говорят, умер. Скорее! Что? Они говорят самоубийство. Пусти, мать! Они должны сказать правду! Что? Мы? Мы не знаем! Он же выбросился из окна. Где? В конторе у шпёрки. Собака это шпёрка! Нос воротит по этому шпёрке. Не жалко. Крепкий парнишка в пресс-лямке. Футболист. А политически? Неорганизованный. Не то, что его брат. Почему этот парень не у нас? Плат в окружной бюро. Это Отто. Пусть войдет. Это покладистый парень. Мы как раз такого и искали, господин директор Торке. Отто, Отто. Так значит, в ночлежке вы слыхали, что левые элементы хотят поджечь фабрику Шперке? Пусть они это сделают, тогда можно будет мочить парней. Правильно, Эйхоп. Этим вы окажете большую услугу национальному движению. Сколько? Сколько? Фу, дьявол, такой, как ты, штурмовиком должен быть. Фу, дьявол, такой, как я, начальником штурмовиков должен быть, господин начальник штурмовиков. Но, ой, скоро. Вы где-нибудь учились? На инженера-строителем. Коллеги. Почти. А это грустные остатки. Но... Теперь все это изменится. Что? Вы знаете Фрица Лемке? Встречались в бюро проверки безработных. Спасибо за совет! Теперь оставь меня в покое! Фриц! Отстань, мать! Анна, не уходи. Вы сами виноваты! Оставь завтра. А что вы вообще знаете? Собрали, лечи, поставлю и больше ничего. Это работы никому не даст, а головы может стоить. Вам кого? Пусти, мать, ведь это Отто. А я кое-что пронюхал. Что ты пронюхал? Знаю, кто виноват. Шперке! Тогда под суд его. Ай. У меня для него есть кое-что почищем.
кое-что почище. Я знаю кое-что почище. Мат! Где же она? Итак, заметана? Заметана. Ну, теперь держись. Это единственно правильная политика. Значит, в полшестого. На новостройке. Визнер. Да, Визнер. Визнер! С коммуны? Но не с вами! Что? Ну-ну-ну-ну! Чего, голубчики? Доберемся до вас завтра. Тут еще что-то готовится. Угу. Ясно. Ну что ж, говори, не бойся. Визнер теперь наш. Наш? В чем дело? Там доктор Гирштейн. А дело следствие? Да, господин начальник, удостоверить смерть Ганса Лемке. Идиоты! Почему мне ничего не сообщили? Я же должен быть при этом. Добрый день, доктор Гирштейн. Здравствуйте. Господин доктор. Что вам угодно? О, бездельник. Удостоверить факт самоубийства. Я не обязан вам давать удостоверение. Вы неофициальное лицо. Неофициальное лицо? Так-так. Значит, они решили поджечь фабрику? Надо поговорить с фрицем. Немедленно. Не надо. Мы накроем всю банду. А парню мы вправим мозги. Слушай, ты должен знать монтеров с фабрики. Пойдем-ка. Понимали? Итак, ребята, этого Лемка обработал Отто. Он запалит огонек внизу. О нашем существовании он понятия не имеет. А мы наверху зажгем по-настоящему. Когда я скажу «пошли», все идут подземным ходом, моментально зажигают и обратно. Лемки схватят и прощай команду. Сейчас. Итак, смотри. Теперь пошли. Куда? Смотри! Смотри наверх. Видал, в какую ты попал компанию?
знает Отто, как ты мог попасть на эту удочку. Идем. Оставьте меня в покое. Погоди. А ты не поддавайся на провокации. Им нужен повод для новой резни. Пошли. Ну вот, сторожа схватили Отто. Отто? А, черт подери. А, так вот он поджигатель. Так точно, господин начальник. Ай-яй. Ай! Где судья Зиберт? Нет ни души. Из-за этого поджога целая суматоха в городе. Да ведь потушили же! Выключи эту идиотскую трубу! Мы создаем новую эпоху в истории, мой дорогой. А история с Гансом Лемке? А? Мой дорогой Айков, нельзя же было заставлять меня подписывать насильно. Можно, доктор, можно. Ваше здоровье. При всем том, надо быть хоть чуточку человечным. Нельзя быть человечным, надо быть политиком. А, здравия желаю, господин судья Зиберт. Алло, я на крабы гам. Айдер, Витте, следующая компания. Живо, живо, туда. Я буду... Ничего вы не будете, господин доктор. Давайте, ребята. Но, не занимайте же место господина судьи. А ведь старый ящик мог сгореть. До сдачи вами шперка новой фабрики, господин инженер. Дело вообще не двигается с места. Но я нажму направление моей фирмы в Берлине. Называют себя строительной фирмой и не строят. Правильно. Черт знает, что такое. Враждебный народу торгашеский дух. А мы с этим покончим. Теперь восторжествует порядок и правда. И Рейхстаг был охвачен пламенем. Полицейский заметил в пылающем здании людей с зажженными факелами. Один из поджигателей задержан. Это 24-летний каменщик Маринус ван дер Любе из Лейдена в Голландии, у которого найден оформленный по всем правилам паспорт. А на кого они теперь вину свалят? На нас же. Увидишь. Ну-а. Что ты делаешь? Нужно спрятать и насолить все. Социалисты получили 21 миллион голосов. Пожар Рейхстага им на руку. Теперь они нас прижмут. Да, но как же нам быть без них, господин судья?
Еще выше. Что может сделать один человек против всех? То ему не нравится, это ему не нравится, и все ему подавай. А тюремные правила он наизусть знает. Это настоящий прокурор. Чудной парень, доложу я вам. Объяснительная записка 20 марта 1933 года. Я полагаю, что его фамилия Хедигер, и что он швейцарец. Здорово, он болгарин по фамилии Димитров. Номер 8085. Каких только книг он не требует. Дитриха, Шефера немецкой истории, Гёте, Байрон, Шекспир и мемуары Бисмарка. Кто же это номер 8085? Какой-то профессор. Говорят, что он поджег Рейхстаг. Он композитор, а? Шевелюра, похоже, что это музыкант. Ну, теперь с музыкой кончено. Они его порешили. Он еще заметит тебя и вздумает к нам заявиться. Кто? Этот. Дразнит его под лица. Прохода ему не дают детишки рабочих. Будь доволен, что о тебе никто ничего не знает. Я тоже ничего не хочу знать. Эх, мать. А Ганса-то нашего. Ах, все теперь пропало. Ай. Мать. Я, может быть, работу получу. Через фашистов? Кто теперь получает работу? Эх. Фух, я не могу здесь дольше оставаться. Ну и что же? Что же? Соловья баснями не кормят. А ты пошел бы свидетелем на процесс о поджоге Рейхстага? О, я клянусь, господин начальник, виноват, господин президент. Накануне поджога Рейхстага рабочие здесь подготовляли восстание. Они были вооружены железными палками. Я их видел. И клянусь, я говорю сущую правду. Вот деньжонок бы на дорогу. Иди к Мартинсу. А все-таки наша взяла. Мартин! Фу, дьявол. Политика портит характер. Моего не испортишь. Не увидели бы его здесь. Он пройдет подвалом. Безобразие, что мы его выпустили. Ведь процесс неизбежен. Да? Мне это говорил судья Зибер. Старый педант. Законник. Итак, Ровенкамп, Файтелин 6 берете на себя. Маршрут прежний. Кайзерштрассе, Бисмаркплац, Стальной шлем, ставите хвост. Все? Вы хотели устроить фрица Лемке на новостройку. Это сделает мой заместитель, я еду в Берлин. Надолго? По-видимому. А как же процесс? Вернусь. Я назначен комиссаром правления моей фирмы в Берлине. Получил телеграмму. Господин комиссар, поздравляю. Спасибо, спасибо.
спрашивал по поводу брата. Хотел узнать причину его смерти. Как? Она была указана в акте о вскрытии. Так это справка? Справка? Что? Что? А что вам, собственно говоря, от меня нужно? Все это дело! Не говорите здесь об этом! Могут услышать! Дорогой Лемке! Дорогой Лемке, вы очень порядочный человек, но только я прошу вас, не впутывайте меня в это дело. Это какой-то массовый психоз у людей после поджога Рейхстага. Да, ну, да, ну, я очень сожалею, но больше сказать ничего не могу. Доктор ничего не сказал. Я фашистов испугался. Черт с ним, я хочу узнать правду. Один? И подобные люди могли свободно разгуливать здесь, в Берлине. Читайте, знаешь, наверное. Все это предположение. Еще точно не установлено, кто он такой. Господин директор, куда прикажете поставить стол? О, пожалуйста. Вот господин комиссар. Туда, к окну. Его личность будет, несомненно, установлена. А то, что Рейхстаг поджег он, это ясно. Кости ловит. Я уже отвык от работы. А ищи футболист. Это совсем другое дело. Ах, вот как. Захвати с собой десяток. А? И стой. Об отжоге Рейхстага. Правда. Не нужно мне ли правда? Учиться тебе еще надо, парень. Не говори с ней так грубо. Сорвать листовки! Свободу Димитру! Опять свинство! Ну, я этого мерзавца поймаю, и тогда прощай! А что ты об этом думаешь? Я ничего не думаю. Правды все равно не узнаешь. Для этого я слишком маленький человек. Я футболист! Сыр передавать нельзя? Нет. Письма свои он все подписан. Георгий Димитров. Но ни одного их протокол. 1 июня следствие закончено. Но Фохт еще не готов, поэтому он и мстит. Наручники велено укоротить 17 июня 1933 года. Нечего сказать. Надо к рукам прибрать весь футбольный клуб. Или возьмись-ка Фрицем Лемке. Уже 3 месяца, как мы дали ему работу, а он еще не у нас. Он должен сегодня вступить к нам. Лица-то.
обрабатывает Рамбрандт. Надо бы его убрать. Пригласи Вилли танцевать. Иди, иди, это надо. Алло! Здорово! Ты что здесь делаешь? Надо же людей смотреть. А ты? Надо и мне людей посмотреть. И барабанщик. Эй, Мэнди, Сярик, что же вы не играете? Мы хотим танцевать. Пойдем потом к нашему столику. Не хочу я с ними знаться. Что? Ну, Фриц, Анна. А, что там? У меня другие заботы. Ready? C'est prêt. C'est ça qui va porter la vérité dans le monde. Das wird die Wahrheit in die Welt bringen. Что это тебя там, мать? О, ничего. Черт возьми. Ловко сделано. На обложке история культуры. А внутри коричневая книга. Ну вот я опять в Берлине. Тебе, старина, я не очень-то доверяю. Но для вас, господин начальник, я... В огонь пойду? Без дерзости! А то у нас найдутся другие средства. Как же показывать на процессе? На каком? Нет, не на процессе Рейхстага. Там я знаю, что говорить. Дело Лемке назначено к слушанию. Когда же? На 22 августа. А ведь это послезавтра. Проклятие, чуть было не забыл. Ведь у меня лежит повестка. Что же? Вы выступаете? Как уговорились? Ну, конечно. На меня напали... А о поджоге? А о поджоге я ни слова. Ладно. Сделано. Да и нам не интересно, чтоб вы засыпались. Чрезвычайно благодарен, господин начальник. Здравствуйте, мастер Клемка. Вам письмо. Не заряжайно немножко побыть у вас. Я должна идти на работу. Угу. Повестка! Повестка! Завтра тебе нужно явиться на процесс. Все-таки? Завтра ты им должен сказать, Давидов Газов вы убили моего Ганса. Потому что он знал, что за парфюмерию вы делаете на фабрике Шперки. Из-за войны вы погубили моего Ганса. Мать! Все для войны. Поэтому Айков сегодня прилетел на самолете из Берлина. Прилетел сегодня, чтобы дать ложные показания завтра. Ну, понятно, господин прокурор. Понятно. Доктор Гильштейн тоже может поклясться со спокойной совестью, а? Кроме того, не так уже важно, видел ли действительно учитель Вебер Ганса Лемке, не видел Петерса. Или же видел директор Шперка Петерса и не видел Ганса Лемке. Или же видел я Ганса Лемке, не видел Петерса. Да, но обо всем этом надо договориться. А это поджога Рейхстага всем ясно, что собой представляют эти подонки. Что они кто-то это преступление, поджоги, взрывы, заговоры, убийства, и об этом другое. Кто не минуется по поводу Витеров Харев, то Ганс Лемке, Петерс и так далее. Что? Погрели дьяволы! При закрытых дверях работают! Катина! Стой! Если подсудимые не будут соблюдать тишину,
они будут удалены из зала, так же, как публика. Клянусь перед лицом Всевышнего. Клянусь перед лицом Всевышнего. Говорить сущую правду. Говорить сущую правду. Ничего не прибавляя, ничего не скрывая. Господин комиссар, к сожалению, мы были вынуждены оторвать вас от ваших важных служебных обязанностей в Берлине. Так вот, господин свидетель, что вы знаете по поводу нападения 23 февраля 1933 года? Я могу повторить только то, что уже рассказал начальник Робинкам. Так во всей Германии, так и здесь, эти подонки заранее подогнали восстание. Уже 23 февраля. Кто убил Ганса Лемке? Передай дальше. Кто убил Ганса Лемке? Иди сюда. Кто убил Ганса Лемке? И тут я получил сильный удар по голове. А вот сюда. Одной из этих железных палок. Дальше я ничего не помню. Было ли темно? Было ли темно? Совершенно темно. Даже свидетель утверждает, что два дня спустя он нас узнал на фабрике шперки по железным палкам. Я отвожу этот вопрос, он излишен. А почему свидетель был арестован? Но! Случайно? Ну да. Случайно. Я бы хотел... Вы не получили слово. Садитесь. Свидетель Фриц Лемке. Я хочу вас запросить вторично. Я хочу вас запросить вторично. Может, теперь вы нам поможете раскрыть истину. Дело в том, что остальные обвиняемые так же невиновны, как и мой брат. Советую вам быть поосторожнее. Возможно, вы сами виновны. Больше ничего не знаю. Ваш брат Ганс Лемке покончил с собой 25 февраля в 11 часов утра. Он выбросился из окна. Ничего не знаю. Это установлено врачебной экспертизой. Как вы знаете, против вашего покойного брата Ганса Лемке и его сообщника Конста, Вейда, Барча, Леймана и скрывшегося Пейперса было возбуждено дело о покушении на убийство. Camarades, nous sommes assemblés ici pour parler de l'affaire de l'incendie du Regina, pour parler et pour agir. Vous savez que le gouvernement du Reich avait jusqu'ici remis, tant il avait pu, l'ouverture du procès. On n'osait pas faire sortir cette affaire au grand jour. Eh bien, maintenant, nous apprenons que l'ouverture du procès est fixée au 21 septembre. Cette décision-là, camarades, c'est l'opinion publique mondiale qui l'a arrachée. Les accusés sont dans les chaînes et ils ont aux mains des menottes. Le monde entier proteste contre ce procédé sauvage. C'est une honte que ces hommes portent des menottes. Les menottes doivent tomber. Неправду, собака! Вы подготовляли восстание 27 февраля, а? Нет. Рейхстаг, вы подожгли? Нет. И так заметано. Завтра ты едешь в Лейпциг свидетелем. Ну и свинья же ты, Отто.
А вот почему я пью с тобой? Потому что все мы люди. Свидетель! Свидетель, что ты знаешь? Мне-то не знать. Не старайся знать слишком много. Я все еще стою прямо. Господин директор Штайншнайдер, на вашу выпивку я плевать хотел. Отто, Отто, не старайся знать слишком много, слишком много. Это опасно. Сколько бы человек ни знал, все равно недостаточно. Говорит один мой приятель, а он лично знаком с Фохтом, судебным следователем, лично. Фохтом? Фохтом делает карьеру. А если много лазит-то? Этот покажет братишку. А что в мире? Будут тысячи лет. Тысячи лет. Об этом говори. Об этом говори. Отто. Тысяча лет. Внимание! Внимание! Мы находимся в Лейпциге, в здании Государственного суда. Необычайное напряжение царит в зале, где идет процесс исторического значения. Под конвоем полицейских в зал Государственного суда вводят подсудимых. Впереди Маринус ван дер Любе. Иди, сейчас будет говорить Димитров. Dann stelle ich die dritte Frage. Hat van der Lubbe mit jemand über die Vorbereitung und Durchführung des Reichsbrandes gesprochen? Diese Frage ist abzulehnen, weil sie nur passiert. Ich frage weiter. Warum hat van der Lubbe diese ungeheuerliche Verbrechen gegen die deutsche Arbeiterschaft begangen und mit wem? Das ist hier ein politischer Prozess. Da muss ich auch politische Fragen stellen. Also ich frage den Herrn Grafen. Hat er etwas bemerkt von einem Aufstand der Arbeiter im Zusammenhang mit dem Reichstagsbrand? Nein. Also das ist sehr wichtig, da diese Frage für den ganzen Prozess entscheidend ist, beantrage ich auch, Ernst Thälmann als Zeugen vorzuladen. А я их провела. Кого? Фашистов. Петерс где? Он еще не пришел. Слыхали Димитрова? Да, да, очень хорошо. Вот где Фрид мог бы услышать правду. Не подогрели ли тебя кофе, а? Угу. Подержи-ка. Анна, помоги ты мне с Фрицем. Как? Помоги, ведь ты женщина, а я только мать. У меня другие заботы. Но ведь он тебе нравится. Нет. Но вот видишь. Я политикой занята. Ах ты политик, девочка ты моя. Слыхала Димитрова? Все это должно быть вместе, человеке. Я не хочу, чтобы он пришел к нам ради меня. К нам? Ну да. Слушай, мать, фабрика Шперка горит. Как это случилось? Спроси господина Шперке. Шперке. Может, они празднуют начало процесса. Процесса? А поджоги Рейхстага. Ах, вот как. Ведь она застрахована.
Может, для того, чтобы занять рабочих, бандиты. Сперва они пытались это сделать иначе. Оставь. Куда ты? Ухожу. Пусти. Ты идешь к Петерту? Я даже не знаю, где он. Знаешь? Нет. Ты идешь к нему? Ты нет. Да вызови полицию! Не вызови. Вызови полицию! Ты с ним сейчас убить или поджигать? Что же мне делать? Тебе должно быть сильно стыдно перед теми, перед Петерсом. Бери пример с Димитрова. Вот так ты должен был вязаться на процессе. Меня ведь не обвиняли. Мы все обвиняемые. Ты должен. Подохнуть я должен. Неужели ты думаешь, что мнение страшно за тебя? Ты ведь мой. Да, мать. И он тоже. И он. Все они мои. Никто не виноват, что родился рабом. Но Анна, поднимись к нему. Я ему сказала, ему должно быть стыдно перед Димитровым. Иди сейчас же. Войдите. Ах, это ты, Анна. Ты к матери? Да. К вам. Почему мне должно быть стыдно, Анна? Я же не могу быть таким, как Димитров. Фриц, ну... Послушай. Правда, поджоги Рейхстага? Откуда это у тебя? Петер сдал. Читай Димитрова. Я пролетарский борец. И, следовательно, я не террорист, не авантюрист и не путчист. Поджог Рейхстага произошел в результате политической провокации и политического безумия. И пытается под маской клоуна спрятать свое настоящее лицо поджигателя и террориста. Волочь! Как смеет он бить? У меня руки чешутся! Поджечь? Нет! Другое. Подумай только, что ты Димитрова стережешь. Почему ты не такой, как он? Завтра передай ему от меня привет. Следи с трусишками. Открытку ему напишем. Господин Димитров, держите стойко. Шлем сердечный привет. Привет, подписи. Димитров. Es unverständlich, unglaublich, ungerecht, wenn meine Ankläger das Braunbuch in Hände haben und ich als Angeklagter dieses Buch nicht kenne. Ich verlange, dass mir das Braunbuch zugestellt wird. Наша пятерка восстановляет. К 1 ноября достать по 2 экземпляра коричневых книг. Мы их доставим Димитрову. Постановление одобрить. Ну что же ты? Теперь ведь он с нами. Коричневые книги у тебя? Угу. А как с ногой? Пустяки. Пуля только слегка задела. Пошли. Пошли. Обнимись. Так. Целуй же.
Люба, соображай, болта. Лодки нет. Я так и знала, когда придется сюда. Ты же ранена? Ерунда, царапина. Я плыву. Мост наверняка охраняется. Но надо все-таки проверить. Подожди, я сейчас вернусь. Ничего, проскочу. Петр ждет там напротив у каменоломни. Он будет рад, что мы достали коричневую книгу. Петр? Петр велел ждать сигнала. А там не книги? Нет, я плыву. Никто нас не видал. Ну как? Ничего. Приз. Спасибо. Ну что там? Вы меня тоже из болота вытащили. Извините. Нет, ты. Это все равно. Ага! Любовную парочку изображает. Это мы знаем. Лепки, Приз. Анна. Значит так. Сволочи! Петерсон всей шайкой! А это что? Вот тебе и на. Коричневая книга. Взять! Целый склад. Хороший улов. Давно уже хотел почитать. Марш-марш! Марш-марш! Господа коммунисты, пожалуйста, пожалуйста. А? Ох. Подобрал животы! Я тебе покажу, Фриц. Ну, а как твой футбол? Димитров мне его из головы вышиб. Он им говорит правду в глаза. Я хотел бы быть таким человеком, как он. Смелости у меня хватит. Одной смелости недостаточно. Нужна линия, дорогой мой. Димитров! У нас есть здесь кружок для начинающих. Потом. Димитров! Лагерь 3, комната 6, 37 человек, карцер 1 человек, лазарет 3 человека. Эй! Вы! Сволочи! А ну попробуй кто-нибудь пикнуть у меня. Стенки поставлю. Война у меня!
может быть, вам еще непонятно. Уж! А мальчик! Пошли! Хлыстом по лицу. Спокойно, парень. И мы? Мы? Мы будем судить. А я уже знаю председателя. Внимание, Зевс. Внимание. Слушайте антифашистскую информацию. Товарищи заключенные, сейчас вы услышите всю правду о подшоке Рейхстага. Он жив и клевете фашистских провокаторов. От имени трудящихся всего мира Георгий Димитров. Это он. Кто? Председатель. Георгий Димитров поднял голос обвинений против поджигателей Рейхстага, против палачей, убивших. Палачей, убивших! Ангус! Фрицфрау! Ангусу! Шефе Герман! Ганслемке! Да здравствует Димитров! Добрый день, господин судья. Что случилось? Господа, Димитрова опять лишили слова и удалили из зала суда. А он на это заявил, что если так будет продолжаться, я подумаю, приходите мне в суд вообще. Весь процесс проваливает. Ну как, взять ее в качестве свидетеля? Спросите у Паризова. Но он окончательно растерялся, его никто ни о чем не смеет спрашивать. Я спрашиваю! А я спрашиваю! Господа, но это Димитров молодчина. Он теперь здесь председательствует. Ну да как же? Теперь такой свидетель не годится. Полюбуйтесь, коллега, это нарисовал Димитров. И сегодня передал суду, причем заявил от Паши. До психопатов и ворот круг свидетелей замыкает. Итак, вас постигла неудачный процесс. Нас? А? Ничем вам помочь, если вы не устроились. Мы будем... Что мы будем? Итак, прошу. Не окажитесь в таком же глупом положении, как я. Оставьте ваши истины про себя, неинтересно. Но ведь дело Ленки вы покрываете. Дайте стон! Drei nationalsozialistischen Hauptzeugen sind zusammen im Reichstag gewesen. Ich frage, wie kommt es, dass Herr Karwane hat nur Van der Lubbe mit Bestimmtheit gesehen und Togler nicht? Herr Frey hat Togler gesehen und Lubbe nicht genau. Herr Kreuz hat Lubbe gesehen und Togler nicht genau. Что здесь случилось? Wie kommt das? Oh, господа! Служебное время? Нельзя же! Zeugen spielen offensichtlich mit verteilten Rollen. Ich beglückwünsche die Anklage zu solchen Zeugen. Не надо было ничего передавать по радио в этом процессе. Этот Димитров. Не будете ли любезны подписать это? Черт побери, я здесь комиссар немецкой революции, а не ваш служащий. Но ведь это еще не такая большая разница, дорогой мой. Впрочем, вы уже снова освобождены от всей этой нагрузки. Каким образом? Видите ли, вышел приказ об отозвании всех комиссаров из предприятий.
Правильно. До свидания. До свидания. Отвращение и ненависть. Все, что у меня осталось. Да, мой друг, политика портит характер. Это никуда не годится. Что? Мой характер или моя политика? Meine Sprache ist scharf und hart. Aber mein Kampf und mein Leben waren auch immer scharf und hart. Dabei, dabei! Na das, Mensch! Еще помогать? А? Назад, Деба Марш! Деба Бом! Jedes hier von mir gesprochene Wort ist Blut von meinem Blut und Fleisch von meinem Fleisch. Ich verlange hier Gnade noch Sympathie. Ich verteidige den Sinn und Inhalt meines Lebens. Ну вот ты снова здесь. 8 дней в кандалах. Ничего. Димитров 5 месяцев в кандалах. И все-таки он победитель. Вот. Мы сейчас проведем читку его процесса. Текст у нас есть. И часовые по местам. Давай, давай. Смотри в оба. Иди. Ничего, мы с вами отдельно прочитаем. Тише, тише. Сейчас услышите исторический эпизод из Лейпцигского процесса. Я читаю председателя суда Бюнгера. А я читаю товарища Димитрова. А я читаю. Эти собаки из шестого опять издеваются. Я уж им... Известно ли это суду? Браво, Димитров, браво. Читай дальше. Товарищи, внимание. Тихо, тихо. Я скажу вам, что известно немецкому народу. Подождите. Немецкому народу известно, что вы ведете себя здесь нагло, что вы прибыли сюда, чтобы поджечь Рейхстаг. Вы в моих глазах мошенник, вместо которого только на виселице. Димитров, я вам строжайше запрещаю вести здесь пропаганду. Вы должны ставить только относящиеся к делу вопросы. Я очень доволен ответом господина свидетеля. Довольны ли вы или нет, это мне безразлично. Я лишаю вас слова. Вы боитесь моих вопросов, господин свидетель? Что вы тут выдумываете, негодяй? Вывезьте его! Вывезьте его! Вон! Берегитесь попасться мне в руки вне этого суда! Внимание! 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 Ирина! Лагерь 3, комната 6, 42 человек, карта 3 человека, лазарет 7 человек! А-а-а! Негодяй! Кто врет? Поворчит. Кто смеет разговаривать? Всем здесь держать язык за зубами? Ich erlaube mir, in diesem Zusammenhang ein Gedicht zu zitieren von dem großen deutschen Dichter Goethe.
lernen zeitig kluge sein. Auf des Blickes groß ein. Du musst steigen oder sinken. Du musst herrschen und gewinnen oder dienen und verlieren. Leiden oder triumphieren, Amboss oder Hammer sein. Ja, wer nicht Amboss sein will, der muss Hammer sein. Diese Wahrheit hat die deutsche Arbeiterschaft in ihrer Gesamtheit leider noch nicht verstanden. Jetzt will sie es wohl verstehen lernen. Вы что? Все хотите быть Димитровыми? Да, страшно, господин Аравий! Ира! Отрывень занятий! Ich bin der Ansicht, dass Van der Lubbe nicht allein der Eistag angesteckt hat. Van der Lubbe ist ein unglückliches, missbrauchtes Werkzeug der Arbeiterfeinde. So ist durch eine versteckte Zweibund zwischen politischer Provokation und politischer Friedheit der Eistagsbrand entstanden. Und nun sitzt hier der armselige Faust des Reichstagsbrandes. Mephisto ist aber verschwunden. Mit dem Werkzeug haben wir, ich und meine Gesinnungsfreunde, selbstverständlich nichts gemein. Оправдан. Димитров. Не случилось бы чего с ним. Да. Вы сказали, что мы должны выпустить Димитрова. Об этом Рабенкамп передал начальнику. Я знаю. Строительная контора Штайн-Шнайдер и Ко? Хорошо. А Шперке? А. Оказался настоящий парень, вот. Демонстрации во всем мире. В Париже, в Америке, в Испании. Влопались мы с этим делом. Только помните, вы получили ее не от меня. На новостройке недовольство из-за снижения зарплаты. Я тут помочь ничем не могу. Теперь они увольняют рабочих. И мой Вилли попадает под это увольнение. Вот вам благодарность. Димитров ваш прав. Все это ложь и обман. Конечно, он прав. Весь мир это знает. Вот посмотри, повсюду демонстрации. Мы добьемся его освобождения. У нас многие говорят, вот каких борцов нам надо. Таких борцов только мы имеем. А кто это говорит? На новостройке говорили Карл и Эваль. И инженер Айков тоже начинает колебаться. Газету-то ведь он мне дал. Он? Он не комиссар больше. Теперь он толкует о национальном единении. Тут ему достается со всех сторон.
Рабочие ругают, зарплата слишком низкая. Шперки ругают, зарплата, мол, слишком высокая. А начальник кроет Айков, потому что все грызутся. Айков уже колеблется. А ты? Я больше не колеблюсь, матушка Лемки. Будь осторожен. С Айковым дело плохо кончится. Да что там? Начиналось оно тоже нехорошо. Мой Ганс, таких людей, как Айков, я знаю. Из-за своей слабости они самые жестокие. Доктор Гильсон сейчас установит причину обморока нашего коллеги. Отголоска! Отвлечение заработной платы! Очень правильно! Последнее снижение заработной платы было сделано в согласии ваших представителей в арбитраже. Как и нельзя, Герман. Вы разумный человек. Объясните вашим коллегам. Этого не объяснишь. Что? Наше производство? Какой такой наш производство? Шперки производства! Они же не Ага! Спокойно! Господин директор... Перки, положился на вас. Вы всегда так хорошо ладите с людьми. Да, а ну-ка, потише здесь! Шредер, и ты с ними! Скатил, что ли, сволочь эдакая? Шредер тоже не может этого объяснить. А вот господин начальник Рабинкам... С вами надо было по-другому расправиться. А ну, живо, живо! Недоедание. Димитров, вот это, черт побери. Человек, как мы все-таки одиноки, а вот он не одинок. Димитров с 15 февраля гражданин Советского Союза. Немедленно, как только выйду. Немедленно, как только выйду. Почему тебя выпускают? Черт их знает. Значит, крестьянина Бюклер. Да. А мать? Ведь она еще не знает, что ты на свободе. Нет, не знает. Значит, сначала к Бюклеру. Твой приход должен остаться незаметным. И уход. Затем передашь все Герману. Все, что здесь происходит. И передай им там, что лагерь вот как стойко держится. Как Димитров? Как Димитров? Давно пора бы Герману вернуться. Не так легко найти человека, который знает, что с Анной. Анна. Она еще не на свободе, а я свободен. Димитров не свободен. И Петр. И многие. А я свободен. Эх, дорогой мой Бюклер, как хорошо все-таки увидеть мать. Она мне кофе приготовит. Вкусный кофе! Герман вернулся! Еще кто-то! Что с Анной? Что? Он теперь наш! И он знает, что с Анной. Что? Плохо. Что с ней? Что-то надо сделать. Что, договорились, где она? В женском концлагере Лихтенгаев. Она избита?
Я боюсь, как бы ее не взяли из лазарета и... Кто? Любой мерзавец. Пропуска у них есть у всех. У твоего начальника тоже? Конечно. Пропуск возьми ты, и ты ее освободи. Один? Я помогу тебе. Ты? Вот! Достань мне такое тряпье! Если что случится, передай матери привет. Два месяца без врача. Поезжай к Гирстеду. Гирстеду? Да-да, с ним все в порядке. Не видали вы мотоцикл с коляской? Он остановился дома Гирстеда, и кто-то вошел в дом. Идите к Кайку, я вызываю начальника округа. Пошли. Спасибо за лекарство, доктор. Мне бы следовало вам тогда еще сказать правду. Эти кусочки правды, они для меня бесполезны. Существует одна правда, доктор. Вот за нее мы и должны бороться. Вы, видимо, многому научились. Нам всем еще надо учиться и учиться. Посмотрите на Димитрова. Это герой и умен он. А ведь он такой же рабочий, как и я. Доктор, вот все это мне еще нужно будет поглотить... Тогда я буду похитрее вас. Черт, повери! Вас начинаешь бояться. Бояться? Кому надо, пусть все нас боятся. А вы хороший парень, доктор. Вы наш друг. Что вам, собственно говоря, нужно? Ну, тебя! Начальник штурмового отряда Айков, что все это значит? О чем вы думаете? Кто это сделал? Рейхсверка, господин начальник. Это неслыханное безобразие. Поехали. Димитров уехал? Только что уехал на автомобиле. В 7 часов утра? Только бы чего с ним не случилось. На каком автомобиле? Надо. Никто не смеет выходить из комнаты. Болваны,
хотят объяснить нашему брату, что такое Родина. Но это мы им объясним. Почему вы не убираете? О, убирать мы будем после вас все вместе. Всем домом, всей улицей. Молчать! Я тебе заткну глотку! Эй, начальник, Айков идет! Что? Я тебе еще покажу, сволочь! Не дразните его, а то он... Что а то? Ведь вы ему только что помогали в этом свинстве. Матушка Лемки. Матушка Лемки, матушка Лемки, вам должно быть стыдно. Ведь это только из-за Фриц. Неужели вы думаете, что Фриц сделал бы что-нибудь подобное в доме вашей матери? Мы же ожидаем здесь Фриц. Здесь? Разве он свободен? Да. Свободен! Все будут свободны. Димитр на свободе? Да. Да? Надо немедленно выпустить листовку. Димитр свободен. Знаю. И ты... тоже. Чуть не забыл. И я на свободе. И ты. Это все равно. Я не виноват, матушка Лемке. Я не ваша матушка. Вот мой сын, Ганс Лемке. Разве он ваш брат? Так зачем вы его убили тогда? Опять факельное шествие. Хлыст, факел и, конечно, война. Вот ваша жизнь, господин начальник. Тебя мама уже била когда-нибудь? Нет, моя мама говорит, что людей нельзя бить, а дети — это маленькие люди. Но есть такие, которые бьют и взрослых людей. Это подлые люди, сказала мне мама. Они убивают лучших людей. Твоя мама хороший товарищ. Кто знает, что его товарищи подлые люди, тот... Вы всегда так прямо держитесь, господин начальник. Наши товарищи лучше!